Торжественная церемония закладки первого камня для дальнейшего строительства центра бокса состоялась в Городце. Насколько велик теперь будет прорыв в развитии бокса во всем регионе? Дай оценку. Конечно, бы хотелось, чтобы это было еще в Нижнем Новгороде. Самое главное начало, то у нас здесь есть два чемпиона мира. Это я и Ольга Домоланжанова. И еще появятся звездочки. У достойной цели легких путей не бывает. Начали сбываться мечты и ожидания всех поклонников олимпийского вида спорта. На торжественной церемонии закладки первого камня центра бокса жители Городца, ветераны бокса региона, подрастающие спортсмены и команда губернатора. Глеб Сергеевич, как всегда, пошел навстречу спорту, принял такое решение, в кратчайшие сроки мы сформировали все необходимые пакеты документов для того, чтобы начать уже строительство. Ну а если говорить в целом, то любой объект, который строится на Нижегородской земле, спортивный объект, это, естественно, радость всем спортсменам. Центр бокса появится в Городце в Нижегородской области к 2024 году. Общая площадь будущего центра бокса составит почти 1000 квадратных метров. В двухэтажном здании на первом этаже оборудуют спортивный зал с рингом и с трибунами на 60 зрителей, в том числе 6 для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появятся раздевалки, мужская на 15 человек и женская на 10 спортсменок с душевыми туалетами, блок медицинского обслуживания. На втором этаже расположатся административные помещения и раздевалка на 30 человек, мужская в период проведения соревнований. Это прорыв, это очередное спортивное сооружение, которое позволит детям комфортно заниматься боксом. Я думаю, что в дальнейшем и другими единоборствами. Но в первую очередь, конечно, это школа бокса. Верим в ближайшие перспективы развития олимпийского вида спорта? Да, конечно, верим, потому что нам отступать уже некуда. Мы только вперед. Предполагается, что максимальная единовременная пропускная способность зала 25 человек, занимающихся в смену, 125 человек, занимающихся в сутки. Это по 5 групп в день. Продолжительность одной смены, то есть тренировки, 1,5 часа. В Городце и во всем регионе есть кому продолжать победные боксерские традиции. Подрастают совсем юные таланты. Они должны и будут готовиться в полноценных условиях. Строительство центра бокса будет уверенным стартом для новых чемпионов во славу нижегородского спорта. Ну и вот вам. Дворец спорта по боксу. Остается уже без подсказки сказать одно единственное. Это круто, это здорово. От всех боксеров Нижегородского региона. Служба информации, Владимир Смирнов, Вячеслав Орлов.